«Русские волны» снова с вами. В прошлой программе мы закончили показ архива русских осенних балов. Сегодня мы отправимся на бал этого года, который проходил 4 ноября в банкетном холле «Ля Примавера». Устроители – Русское культурно-просветительное общество. Надо сказать, что в истории государства российского день 4 ноября знаменательный. 400 лет назад, как утверждают историки, именно в этот день бойцы народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского штурмом взяли Китай-город, в который князь Пожарский вступил с Казанской иконой Божьей Матери. В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божьей Матери был объявлен государственным праздником, который отмечали в течение 3 столетий, вплоть до 1917 года. С 2005 года праздник стал называться День народного единства, он же День иконы Казанской Божьей Матери. И если уж мы заговорили о праздниках, то уместно упомянуть, что бал проходил накануне Remembrance Day, День памяти павших, поэтому на столах лежали памятные открытки, напоминающие присутствующим о том, что мы и наши последующие поколения должны хранить память о тех, кто отдал свои жизни в боях за светлое будущее нации. Но вернемся к нашему балу. Как и обычно, здесь царила традиционная праздничная атмосфера, пронизанная русским духом. Первое приветственное слово по традиции от председателя Русского культурно-просветительного общества Марии Николаевны Благовещенской. Среди почетных гостей представитель федерального парламента Марк Адлер и вице-президент Omnitelevision Мадлен Зиняк. Они зачитали приветствие от министра гражданства и иммиграции Джейсона Кенни и от премьера Онтарио Далтона МакГинти. Россию на балу представляли генеральный консул Российской Федерации Торонто Владимир Николаевич Павлов и другие сотрудники консулата. Одно из центральных событий русского бала – представление дебютанток, юных леди, для которых этот бал первый. Еще одна традиция – чествование значимых людей, тех, кто, не жалея собственного времени, посвящает себя общественной работе на благо Русского культурно-просветительного общества. В этом году особо была отмечена работа настоятеля Свято-Троицкого храма отца Владимира. Трудно переоценить его поистине отцовскую заботу о прихожанах. Более 30 лет он разделяет их горести и радости, праздники и утраты. Дамы и господа! Сегодня у нас особый подарок отцу Владимиру, его любимая картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели», персональная из Третьяковской галереи. We present to him in our thanks his favorite painting by Саврасов, «The Rooks Have Arrived». Слова благодарности и низкий поклон справедливо заслужили Сильвия Карловна Сухачева и Мария Николаевна Благовещенская. В остальном бал проходил по уже привычной схеме. Прекрасный ужин, лотерея, аукцион, концертная программа и, конечно, танцы. Мне очень нравится и очень приятная обстановка. Бал чудесный. Мы всегда встречаемся здесь с друзьями. Бал все лучше и лучше с каждым годом, все больше и больше русских красивых лиц, красивых нарядов. Так приятно здесь быть. I like the music and it's just a great time to have fun. I like the atmosphere. It's very elegant, graceful, and just amazing people to talk and socialize with. It's awesome. It's a lot of fun, and it's nice to see all the Russians here in Canada. It's awesome. It's good to be here with all the Russian people, just having fun. I thought it was a really great cultural experience to be able to see all the Russian performances. Yeah, no, I find that it's great. Everybody's together, you know, everybody's having a good time. And, you know, it's good to see the local support from the government. And I just think that it's, you know, very well organized, very well put together, and just overall just a great job, you know. Сегодня ты, а завтра я, так бросьте же борьбу, ловите миг удачи,
Я думаю, это прекрасное событие. Надо сохранять нашу культуру. It's nice to come every year and be with everybody. You know, reunite with everyone every year at the ball. Бал великолепный. Красивое помещение, в котором проходит этот бал. Во-первых, самое главное, что это глубокие корни этого бала, длительные традиции, это многолетние традиции. И самое показательное то, что здесь, вот на этом балу я вижу несколько разных поколений, как молодежь, как пожилые люди, которые одни, будем говорить, у истоков этого организации, этого бала стояли. И также мы, как говорится, среднее поколение, можно сказать, и молодежь. И самое главное, что в этих мероприятиях русскоязычных участвует молодежь. То есть есть передача нашего поколения. Эстафета, обязательно. Эту традицию трудно переоценить. И то, что мы видим, это, конечно, колоссальная работа и колоссальная возможность присутствовать на том, что вот мы видим. Вот я целый вечер сижу и целый вечер восхищаюсь. Я первый раз на таком балу. Я из Оттавы. И честно, вот я просто ошеломлена. Бал прекрасный. Нужно ли нашей молодежи? Нужно. Это наша традиция. Наша традиция. И знаете, это наши даже... Вот истоки истории. Балы были 100 лет тому назад, 200 лет тому назад, 50 лет тому назад. И то, что здесь вот устраивается, это именно поддерживание нашей традиции, нашей культуры. Бал мне очень понравился. Сделан он с размахом, очень красиво, в старорусском стиле. Особенно большое впечатление провели костюмы девушек. Виден очень большой очень такт и вкус при организации его. И видимо, что очень много вложено труда в это. Я считаю, что это очень полезно для общения. Я вообще первый раз в Канаде, первый раз на русском балу. Я на самом деле очень удивлена, потому что здесь, в Канаде, я очутилась в среде русских. И это замечательный повод для того, чтобы вернуться к своим истокам, к своим традициям. Я ощутила себя просто, можно сказать, в 19 веке. Мы как раз проводим Александровский бал не в 60-й раз, в 6-й раз в этом году. И поэтому у нас не такой большой объем, но в таком же плане. Присутствуют гости, накрытые столы, концертная программа и потом танцевальная программа. Поэтому мы все силы прикладываем. И президент ассоциации света Зинаида Володина, организатор этого бала. Но одна деталь. Мы покупаем на собранные средства ценности, которые принадлежали царской семье, и передаем их в дар Александровскому музею в городе Пушкино. В России. Мы уже купили оригиналы свидетельств о рождении детей царской семьи, потом бирюзовую шкатулку, еще был вензель, который украшал царский поезд. В этом году такая идея найти духи, которыми пользовались царевны и царица. Вот. Кое-что уже нашли по интернету. Это все покупается по интернету с аукционов. И потом все это передается или через посольство, или напрямую в музей отводим. Здесь весело, хорошо, интересно, свое, душевно, семейно, безусловно. Безусловно, нам очень понравилось на этом балу, и мы считаем, что это очень важное мероприятие в плане воспитания не только для более старшего поколения, восстановления российских традиций, прежде всего, традиций именно России, старой России. Это также очень
важные мероприятия в плане воспитания нашей молодежи в лучших российских традициях при воспитании этики и культуры. На балу очень понравилось, такое впечатление, что собралась большая дружная семья. Именно семья. Потому что теплая атмосфера. Несколько поколений вместе. Вот, то есть преемственность поколений, это очень важно на самом деле. Потому что когда собираются люди нашего возраста, а молодых нет, то, в общем-то, мы обречены на вымирание наших же традиций, нашего языка. Здесь то, что мы видим, это редко уникальное просто явление в нашем обществе, потому что несколько поколений именно, все вместе и всем абсолютно хорошо. Бал нас всех шокировал, потому что исходя из тех масштабов, которые мы можем позволить себе в наших регионах, ну, мы слишком малы по сравнению с вами. Прекрасно, замечательно, отлично. По отношению к традициям, их нужно хранить. Хранить в том первозданном виде, который нам передавали наши бабушки и дедушки. Потому что народ, который не помнит своих корней, он не помнит себя. Очень понравился бал, великолепная организация, великолепная декорация. Очень понравилось. Я хочу сказать, что я думаю, что поддерживать русскую культуру нужно всеми возможными методами. Опять же, мы это делаем через театр, вы это делаете в вашей форме через бал. Я считаю, это великолепно. Здесь много молодежи, есть интерес, много молодых лиц, веселых, им это нравится. И русская культура поддерживается так, это здорово. Очень приятно, что чтут традиции здесь. Это очень важно. Ибо если мы разные, то интереснее и жизнь. Бал – замечательная традиция. Мне кажется, мы возвращаемся в ту эпоху, в историю, назад. Это действительно традиция. Я хочу, чтобы она сохранилась, хочу передать нашим детям, хочу привить им любовь к русской культуре, любовь к русской музыке и любовь к русским традициям. Бал – это прекрасно.